Дни Минска проходят на этой неделе в нашем городе. Пройдут круглые столы, посвященные вопросам сотрудничества в сферах промышленности и туризма, телемосты между Минском и Новосибирском, по вопросам развития транспортной системы и патриотического воспитания молодежи. Кроме того, мэр Анатолий Локоть подписал ряд официальных документов о сотрудничестве со столицей Белоруссии. Мы углубляем эти связи, мы подписываем соглашения, в том числе между районами. Это наша традиция. Что это дает? Ну, во-первых, это дает большим содержанием вот эти наши побратимские соглашения, потому что постоянный обмен делегациями. Сотрудничество будут развивать не только города, но и районы мегаполисов. Соглашение о сотрудничестве подписали Калининский район Новосибирска и Заводской район Минска, а также Октябрьский район нашего города и Первомайский, столица Белоруссии. Я очень рад и горд, что мне выпала большая честь. Сегодня дни города-героя Минска в городе трудовой доблести и славы Новосибирске подписать от имени Калининского района это соглашение. Новосибирск и Минск стали городами-побратимами в 2012 году. За 10 с лишним лет и вместе удалось реализовать многочисленные проекты в сферах общественной жизни, спорта, культуры. Наш город успешно сотрудничает с целым рядом белорусских предприятий. Отношения наидружественнее, можно сказать, выстроились именно с Новосибирском. Где-то это благодаря личному участию Анатолия Евгеньевича, мы это чувствуем, его расположение к нашей столице. Отметим, что помимо официальных мероприятий, в рамках Дня Минска запланирована большая культурная программа. Перед жителями Новосибирска выступят песняры и ансамбль танца «Ровесник». А в четверг, 27 апреля, состоится церемония возложения цветов у монумента славы. Вахту памяти будет нести совместный караул воспитанников постов номер 1 Минска и Новосибирска.